Всем привет, дорогие друзья, я снова с вами Станислав на канале Шустрый Бум. Сегодня хочу приготовить обалденный вкусный ужин. Реально обалденный вкусный, в тот же момент очень легкий в приготовлении. И, конечно же, конечный результат просто превосходит все ожидания. Начинаем готовить, поехали. Поверьте, это блюдо очень вкусное, очень интересное по своей легкости и простоте. Мясо нужно нарезать вот как можно помельче. Мясо нарезаем произвольно. Вот такими вот кусочками. Я бы сказал бы даже мелко. Просто рубим. Отправляем все мясо в миску. Теперь готовим соус-маринад. Нам понадобится 1 столовая ложка томатной пасты, 2 столовые ложки сметаны, 1 столовая ложка майонеза, 2 чайные ложки горчицы французской в зернах, 2 зубчика чеснока через терочку, 2 зубчика чеснока. Добавляем смесь перцев свежемолотых и присаливаем. Хорошенечко все это перемешиваем. Вот такой вот у нас получился соус. Очень крутой, с очень классным ароматом. И, конечно же, состав его просто шикарен. Все, отправляем к мясу. Хорошенько перемешиваем. Накрываем пищевой пленкой и пусть буквально минут 20-30 замаринуется. Таким образом мясо пропитается и будет более насыщенное, более яркое. Пока маринуется мясо, нарежем лук. 2 луковицы довольно крупные нам нужно нарезать четвертинками. Первым слоем в форму отправляем лук. Расправляем его. Слегка отправляю оливковое масло и слегка приперчу. Все, мясо промариновалось. Еще раз хорошенечко перемешаем и выкладываем в форму. Разравниваем. И сверху все это дело присыпаем сыром. Берите любой сыр, который вам нравится. Хорошенечко присыпьте, так как мясо с сыром очень дружит. И сыра должно быть немало. Ну все, отправляем в духовку. Выпекать буду при температуре 180 градусов примерно 40-45 минут. Очень красиво выглядит, я бы даже сказал, по-праздничному. Удивляйте родных и близких и, конечно же, готовьте вместе со мной. Стоит попробовать.
супер. Просто бомба. Очень ароматно, очень сочно, красочно, празднично. Готовьте, друзья, вместе со мной. Не забывайте подписываться на мой канал, комментировать, делиться с друзьями. Не забывайте, конечно же, подписываться на мой второй канал «Шустрый микс», где мы готовим очень вкусный соус к разным блюдам. Ну что, друзья, до следующего видео. Пока. Аромат стоит на всю кухню. А лучок? Лучок? Лук вообще бомба. Просто супер. Готовьте с любым другим мясом. Говядина, курятина. Уверен, точно так же получится вкусно.